С 10 часов утра 3 января в связи с неблагоприятными погодными условиями в Жуалынском районе сотрудники ДЧС спасали и размещали в пунктах обогрева людей, которые ранее застряли на трассе в снежном плену. За прошедшие сутки пожарные спасатели Жуалынского, Сарысуского и Курдайского района в общей сложности на 3 участках автодороги республиканского и областного значения спасли и доставили в ближайшие населенные пункты 326 человек, среди которых 72 дети. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, никто из спасенных не нуждался в медицинской помощи. Кроме того, среди спасенных граждан были и те, кто выразил слова благодарности за оказание помощи в столь сложной ситуации. Мы напоминаем, что в случае ЧС или необходимости оказания помощи, незамедлительно звоните на номер 112.